Когда у вас насморк, и вы его лечите лекарствами, вы не понимаете, что вы делаете. Вы пытаетесь эту гнойно-сопливую мокротную слизь оставить внутри своего тела, в то время как организм тщательно старается ее вывести. Вместо того, чтобы заглушить насморк, нужно наоборот его усилить и ускорить вывод этой слизи из организма, потому что она там не нужна. Как это сделать? Дыхательная система является одной из дополнительных выделительных систем. А кишечник – это основная выделительная система. И если мы перенаправим усилия организма по выводу слизи с дыхательной системы на кишечник с помощью слабительного или клизмы, то мы усилим выведение слизи через основную выделительную систему, тем самым снимем нагрузку с дыхательной системы. И насморк очень быстро пройдет. Кроме того, нам нужно еще сделать так, чтобы слизь была более жидкой и чтобы ее легко было вывести. Для этого мы используем смесь эфирных масел Бриз. Благодаря этой смеси мы разжижаем слизь, это раз, и мы раскрываем дыхательные пути, снимаем спазмы и отеки, и слизи очень легко выйти из дыхательных путей. Таким образом, мы избавляемся от насморка буквально за пару дней без медикаментов и без побочных эффектов.